Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Так, мы в какой-то комнате проснулись. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. А зачем? А, хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Нас тренируют. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Кусочек. Какая музыка. Мы подопытные, я так понял. Тут какая-то рельса. А что здесь? Непонятно. Ладно. Будем слушаться. Доброе утро. Вы находились в консервации 9999. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас, что все испытуемые должны немедленно покинуть центр развития. Если испытуемый немедленно не выйдет из состояния консервации, ты откроешь дверь в ближайшее время. Он воспользовался своим правом находиться в состоянии глубокого расслабления в ходе разрушения комплекса. Ты откроешь дверь? Тут срочное дело. Политики центра развития или вам требуется перевести это просто открой дверь. Испанский язык, пожалуйста, возьмите бесплатные канцелярские принадлежности. Открой, пожалуйста, дверь. Стола перед вами и напишите нам письмо. Может, по-испански? По-испански. Hola, amigo. Abre la puerta. Donde esta... Тут луна. Другая картина. Прекрасно. Действительно, все в полном порядке. Тут еще типа 10 тысяч испытуемых, которые умоляют меня их спасти. И в ближайшее время этот комплекс не взорвется. Ладно, слушай, говорю тебе прямо. Ты последний испытуемый. И если ты мне не поможешь, мы оба умрем, понятно? Я не хотел этого говорить, но ты из меня это вытянула, понятно? Умрем. До смерти. Че он еще скажет? Открой дверь! Ну давай. Ладно, откроем. Ха! О мой бог! Ты выглядишь уже... хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке, хорошо? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться. Очень советую, на твое усмотрение. В смысле? Ох! В кровати вдавленные. Сколько мы пролежали здесь? Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! А куда-то едем? Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи «да». Да. А что, если по-русски написать? Да. Нет. По-английски. Нет. Ладно. Так, ты прыгала. Неясно зачем. Неважно. Скажи «яблоко». «Яблоко». Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держись рядом. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к взрыву реактора. Какого взрыва реактора? Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну зачем информировать меня о жизненно важных функциях 10 тысяч чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Я пролезу. Места хватит? Нет, не хватит. Ах, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться.
И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет 10 тысяч чертовых овощей? А! Видишь, я ударился! Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся, но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Ну, может быть. В этих капсулах такие же кровати. Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись духом. Ё-моё. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Охренеть. Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Но, по крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому прыгай. Буду ждать тебя впереди. Хм. Тут куча капсул таких. 10 тысяч капсул. Подопытных. Офигеть. Ладно, пора идти. Тут ванная, наверное. Ха, интересно. Вперед! Просто пройди через дыру. А что ты еще скажешь? Да, все верно, вперед! То, что надо. Да, тут долго лежали. Тут что, несколько столетий, что ли, прошло, судя по... Даже не знаю. Ну да. Если это та же лаборатория, где мы были... Мы рады снова приветствовать вас в Центре развития. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Ага. А, мы вот так же, да, за женщину играем? Нулевой уровень. Это оттуда, где мы начинали все. Ну, что-то я не припомню. А, нет, тот самый уровень. Первая часть. Ну, тут все заросло. А, заросло, причем, да, тут не одно столетие, наверное, прошло. Ну еще неизвестно, что за материал. Как он? Ха, плитка как вот клеем намазана, так прилепана. Интересно сделано, ладно. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожна. Это самый первый уровень, который мы проходили, да? Те же локации, или они просто, их тут тысячи таких локаций. Ага. Кубы тоже старые такие. Так, надеюсь, она не располовинит нас. Обратите внимание на поле раскаленных частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Да, поле уже по-другому выглядит. Ну, больше деталей стало, гораздо больше. Интересно. Или в другой. Так, а нам вниз, скорее всего. Да. Если вы чувствуете, что по вашей шее течет жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. Охренеть. Так, это первый уровень. А я его не помню. Такого не было уровня. Что? А, понял. Так, кнопки.
Понятно. Надо кубик пронести. Кубик пронести. А, вон кнопка. Все ясно. Так, пушку должны еще дать. И нам туда. Да, больше деталей. Какая яркая игра стала. А, камеры отключены. Теперь за нами не следят. Ну мы ГЛаДОС, тот искусственный интеллект, уничтожили вроде в первой части. А, все. Поэтому некому контролировать здесь. Отлично. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Общество возродится? Люди вымерли? Мы, получается, искусственно выращенные здесь, да? Получается, да. Клоны. Если в настоящее время Земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка... Так, подождите-ка. Эти роботы... По изучению... Порталов... Захватили мир? Судя по картинке этой. Или они считают нас животными? Может быть. Эй, у тебя получилось! На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Здесь... Все в порядке, не продолжай, осмотри. Чего? Да, все верно, на подставке. Ох, твою! Эй! Ты видишь портальную пушку? Ты жива? Да, это важно, надо было сразу спросить. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я буду действовать из предположения, что ты жива, и буду ждать тебя впереди. Подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Мы команда! Увидимся через час. Надеюсь. Если ты не мертва. О, тут прям, смотрите, кто-то рисовал. Так, это ученые. Ну, как я понял, в первой самой серии ученые изобрели вот этот... Эту лабораторию, короче, по... Фазы Лун? Да, наверное. Фазы Лун. Ученые изобрели какую-то... Ну, эксперименты с порталами. И вот этот был в помощи ГЛаДОС, искусственный интеллект. Потом он уничтожил, да, людей газом каким-то. А это куб-партнер, да? Немножко непонятно. Так, дальше. Нас приманил этот ГЛаДОС тортиком несуществующим. И он назвал нас тортиком, что мы тортик. И мы, в принципе, уничтожили эту машину. Что такое, звездочки? Портальная пушка, а то чё? Ну-ка. Так, пушка здесь лежит, да? А здесь что? А, немножко непонятно. А, во. Это наш самый главный герой, за которого играем. Ладно, берем. О, да. Так, ну что ж, погнали. Темно как здесь. И светло. О, а теперь показывают, где они находятся, да? Ну хорошо. Все заброшенное вообще, капец. Время остановилось прям. Хм.
для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Так, куда? А где это? А, во, нашел. С собой заберем. Стоп. А, во, все, понял. Хорошо, если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории, ответственный за компенсацию, обязательно рассмотрит вашу жалобу. Офигеть. Ух, ё-моё. Так, снова показывает, что типа роботы захватили мир. Или хотят захватить мир. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. Этот уровень я помню. Да. Так, с этим что? А, этот я уровень тоже помню. Нет, сначала забрать надо этот куб. И вот тот. Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. Ха-ха. Воу. Так, стоп. А, вот сюда. О. Здесь какой-то проход. А здесь что? А, там... Стоп. Сначала сюда. А это что? Это формулы какие-то непонятные. Так, ну это мы, да, все сделали. Погнали. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Так, птицы тут прям. Так, а, во. А, во. Можно здесь. И так. О, что-то новое. Новая механика. Куб, нужен куб. Так, оттуда и оттуда. Так, этот от... Давайте. Хорошо. А, вот сюда. Так, отлично. Я... Ага. А это что? Площадка. А, на время. Так, я понял. Ну-ка. О, есть. Ну, в принципе, тут понятно было. Скорость большая, куба была, улетела. Превосходно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки.
личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Да ладно. Так, может, секретики какие-то есть? Нет. Следующий уровень. А это что? Уже другое. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Так, шестой. Да, вот с ускорением знаем. Ага. Все понял, понял. Так, нам надо туда перелететь. Куб. А там куб какой-то в стеклянной штуковине, камере какой-то. Ладно. В принципе, также примагничивается. О. Понятно. Отлично. И сюда. Ясно. Так, а это мы отсюда пришли. Нет. Погнали вперед. Есть. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Все-таки постапокалиптический мир какой-то там. Что-то произошло. Или метеоритный дождь, или человечество уничтожило друг друга, или роботы. А, кстати, это тут отсылка же к Мезе была. Скорее всего, инопланетяне захватили. Несколько вариантов. Воу. Ага. Ага. Так. Так, кнопка куб. Ускорение. Есть. Нашли. Воу. Так, это с кубом надо туда перепрыгнуть, понял. Надо здесь прыгнуть. Так, отлично. Что нам делает? Ага, да, точно, тут же такие штуки появились. Так, один, два, на третий, четвертый. Вот сюда. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвиты или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Блин. Блин. Ну, логично, в принципе. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Тут уже не видно небо. Слишком глубоко, наверное, опустились. Так, у нас оранжевый портал не работает, тут только синий. Эй! Эй, эй! Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Так. Так, тут уже пошли. Проходи насквозь. Да, подожди. Я хочу осмотреться здесь. Проходи сквозь него на ту сторону. Могут быть, может, секретики какие-то? Я и хочу посмотреть. Проходи насквозь. Нет. Проходи насквозь. Ладно, придется. Проходи насквозь. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно.
Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Хорошо. На счет три. Готово? Раз. Два. Три. Высоко, слишком высоко. Правда ведь это... Знаешь, если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови! Ау! Ой. Я не умер. Я не умер! Но я не могу двигаться, это проблема. Ты тут? Ты можешь меня поднять? Как ты на это смотришь? Ты ведь тут, да? Да, я как бы здесь, но... А что если уйти? Эй, ты можешь поднять меня? А, уже все не работает-то, тот портал. О, спасибо, здорово! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу, ты будешь потрясена. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу, ну отвернись на секундочку. Ладно. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. Не подниму, а что если уйти? Подними меня, пожалуйста. Может, поднимешь меня? Нормально, ладно. Эй, подними меня! И вперед! Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово! Мы можем идти, куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Надо идти вдоль рельса. Все равно вдоль рельса. Куда хочу, туда иду, но только все равно вдоль рельса. Так. Где это мы? Нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Я не такая, говорит. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Итак, если у тебя есть какие-нибудь замечания насчет этого плана, сейчас самое время их озвучить. Прямо сейчас. Это конец первой части. Если ты решила, что время вышло и уже поздно высказывать замечания, нет, возможности еще есть. Мы здесь были, только здесь так все заброшено. Коридоры были такие чистенькие все. Ну что, пойдемте посмотрим. Это где босс-файтинг был в первой части самой. Посмотрим. Хорошо, открываем карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. Бейт. Это модуль страха, что ли? А, вот она. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Ну, если мы клоны... Может, этот другой клон убил ее? Тогда еще хрен знает когда. Давно. Это вот этот мостик был... Там где-то камера должна запускать была печку, где сжигали модули эти. А, вон она. Да, тут все разрушено. Все в хлам. Там, смотрите, модулей сколько, офигеть. Вот даже механизм заслонок видно.
Здесь огонь был. Плавильня какая-то. Ладно, пойдемте. Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. А, знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай, давай, держи сильнее. Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке, это здорово. Жесть, такой крик был. Да, это, по-моему, модуль страх. А, извини, я посмотрел вниз, не советую этого делать. Я опять посмотрел. Прикольно. Так, ну почему пойдемте? О. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогай, ни на что не смотрим. Ух, нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрел, и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Да будет свет! Офигеть. Я цитировал. Ой, поворачивается. Какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся. Я тут, это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. А... О. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Б. Пароль такой. Нет, стоп, я уже пробовал. У тебя есть стопочка? Записывай. Включение питания завершено. Так, так, слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, 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 еще раз нет, нет, нет! Ладно, слушай, мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Ничего себе, оно живое. Офигеть. Здесь печка была. Огня сейчас нет. Воу. Это уничтожена шреддерная машина. Огонь. Доменная печь. Осторожнее. Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала. И которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Круто. Офигеть. Это куб-компаньон упал? Или обычный куб? Вон он пока говорит. Спасти. Нифига. Что произошло? Оно взорвалось. Ладно. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Так. Ладно. Протокол требует, чтобы после начала испытания
Мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Ну, говори. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Хм. 60 лет — это жизнь вот этого нашего героя, за которого играем. Ой, 19 уровень. Я сейчас уберу это с пути, тут просто свалка. Такой голос. Самое важное, ты снова здесь. Со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Да уж. Влипли. Ну что, друзья, давайте закончим на этом серию, это мы по главам разобьем ее. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем и делимся этим видео. Всем счастливо и всем пока.